Хороших дорог в Ярославле станет больше. Город готов внести необходимые 20% средств для того, чтобы получить из регионального дорожного фонда дополнительно 51 миллион рублей. Об этом сегодня городскому телеканалу рассказал мэр Ярославля Евгений Урлашов. С предложением о новом перераспределении денег дорожного фонда накануне выступил и губернатор Сергей Ястребов. Это хорошее решение. Это взвешенное решение, грамотное, правильное. Лучше поздно, чем никогда. Конечно, лучше это было сделать раньше, но спасибо за то, что они сейчас планируют это сделать. Вот когда они уже проголосуют, тогда мы с вами можем точно сказать, что эти средства будут. Мы их, эти деньги, используем четко по назначению. У нас проектно-сметная документация готова. И мы успеем сделать, естественно, все до холодов. Жители могут быть спокойными. Мы будем строить только как положено по ГОСТу, по СНИПам до минус 5. Побыстрее объявить надо аукцион, разыграть его в течение месяца, потому что раньше не получится. Некоторые люди просто они не понимают, да, что сначала надо опубликовать, потом закон говорит, что в течение 30 дней любой может заявиться. Мы не можем 30 дней сократить никак, даже Господь Бог не сможет это сделать. А вот потом, когда уже аукцион будет разыгран, все, победитель может выходить на дорогу, заключив контракт. Мы все успеем сделать.